Приветствую вас, уважаемые коллеги и дорогие ребята! Сегодня хочу показать вам, как сконструировать змею из бумаги. Для работы понадобится клей, ножницы, цветная бумага, маркер. Цветную бумагу разрежем на полоски. Соединим концы полоски в кольцо. Далее продеваем полоску в кольцо и склеиваем концы. Продолжаем собирать полоски друг за другом. Получается цепочка. По трафарету рисуем голову змеи. Из красной бумаги вырезаем тонкий язычок. Приклеиваем голову змеи к телу. Вот такая змея получилась. До новых встреч!